Алло. Алло, привет. Ну так ты готов набивать ебало себе? Да. Бля, давай людей добавим еще для комментариев. Сейчас, точно подождите. Нет? А? Бля, ебать, ты вовремя камеру включил. Там было написано, я с ней ебался. С кем? Я с ней ебался в Логане, блядь. Где я, нахуй? 2019 год, блядь. Блядь, чел, она ж потом пересмотрит, блядь. Погоди, а с кем ты в Логане ебался, алло, Доминик? Вот, ну... А... Да все, тихо. Давай, блядь, неси процесс, нахуй, ёбаный свет, блядь. Сидит, нахуй, сейчас настраивает, блядь, сейчас. Чё она делает, слышь, дядь? Ты её предупреди, а то она сейчас покажет чё-нибудь. Только не показывай сиську. Ну ладно, сказал, или что? Да. Опа. О, да, в смысле, а почему я тебя вижу? Потому что я могу позволить себе, чтоб ты меня видел. Пацаны, сейчас будет немножко гейство. Бля, какой же я пиздатый. Вова, ты такой охуенный, блядь. Прекрасный человек, лучший в мире. Отвечаю, блядь. Спасибо, благодарю. Погоди, она умеет бить вообще, нет? Ты умеешь бить вообще? Что она сказала? 50 на 50. Бля, чел, там пиздец, наверное, будет, ёб твою мать. Вот. Так, ну это эскиз, да? Да. Во, хочешь я вот так сделаю, вот так? Не, не, так не надо, так не... Кому, ей или себе? Ей или себе? Она ей вообще нормально. А, не, не надо ей делать, не надо. Кого, на развод? Живой привет. Вот сюда, вот сюда, вот, блядь. Скажи мой. Хай. Поближе скажи, Ломака, привет. Блять, хорошо, давай так, у нее опыт был какой-то набивать? Да, вот. Слушай, ну довольно ровно. Как наклеивать? Ну не знаю, кверх ногами давай. Блять, давай вот здесь ее нахуй, на подмышке, блять. Давай на лапке, слышь. На лапке? А тебя не забанят? Нет, забанят, я передумал. Бля, слышь, я тебе 5000 дам, если набьешь реально. Так я, блять, нет, я сейчас сижу, блять, рисую маркером, ты дебил? Давай, 5 кусков за то, что ты эту хуйню набиваешь, я купил у тебя. Окей, место, вот понял, в рекламу? Тебе, да? Мне, я с этим жить не буду, мне похуй вообще. Вяч, слышь, на лоб за сколько набьешь? Так? Охуенно, слышь, вообще. А, чекай, она ему татуировку из читаса достала, я понял, блядь. Чисто мочит, блядь. Ляпс. Все, давай, 5000, иди домой. Он так дома. Чё, делаю? Делай, делай, конечно, уже закончить должны. Блин, я не вижу, у меня тень падает. Да рисуй, как видишь, блядь, ты художник, ебать. Ебашь вообще. Блин, так татуху захотелось. Так хочется сосать член. Ему нужны татуировки, приезжайте, набьем вам все, что хотите. Набьем вам все, что хотите, блядь. Куда приезжаете, нахуй, долбоеб, из дома нельзя выходить. Реально, блин. Снимут карантин, я, короче, приеду, блядь. Набьешь мне твич. Да. Ну все, базаром. Ты только побрей. На левой жопе тви, на правой ч. На левый твич, на правой ТВ. И значит, точка будет. Они против тебя напротив, понял, блядь? Ты можешь не ржать, долбоёб, там криво, блядь. Сиди, серьёзно. Бля, слышь, дядь, надо ауешные звездочки какие-нибудь, она чисто. Да, купола, нахуй. Купола, да, точно, бля, вообще тебе говорю, изи. Так, есть тату-мастеры? Происходит хуйня или нет? Скажите, блядь. Хуйня. По-моему, что-то она сломала, дядь. По-моему, она мимо поехала. Нет? Блядь, тут, короче, из чат предложили. Может, она лучше, блядь, сиськи покажет и разойдемся, блядь. Тихо. Она вообще-то шина его. Тихо, тихо. Что она сказала? Она говорит, обязательно. Если тебе канал не жалко... Давай. А тебе самому похуй? Мне похуй. Смотри. Вяч куколд, бля, чекай. Вячик авантюрист. Бля, чисто понял, в театр сводить, бля, там все дела. Да. Здесь менее больнее, чем... Чем где? Чем на хую? А чё у тебя на хую набито? Братишкин. То есть, получается, я, ну, теоретически побывал в твоей жене. Это хорошо. Да не понял. Это хорошо. На самом деле нормально. А мне просто, зачем вот эта фольга нужна на конце? Просто болтается. В чем прикол вот этого? Это презерватив для провода. Нахера? Почему именно здесь? Они шутят. Кто шутит? Объясни людям, зачем полиэтилен на проводе. Чтобы не было перекрестного заражения. Нахуя провода заразными делать, я не пойму. Подожди, а перекрестное заряжение, типа, чтобы и мастер, и этот не заразился, или что? Типа, понял, если человек болеет СПИДом, она же постоянно трогает руками, если... А ты болеешь СПИДом?
Так ты ж, блядь, дядь, если ты болеешь, она уже тоже болеет, получается. Пускай не боится, блядь. Да. Бля, Вячик сидит сейчас, думает, нахуй я ещё под это подписался. О, кровь пошла, бля. Бля, слышь, пиздец, Вяч. Если я ему сейчас 5к сейчас на стриме закину, то набьет ли он мой ник подлога, блядь? Бля, чел, интересно, слышь? Пятнаху? Пятнаху? Полтос? Чирик. Чирик это сколько, блядь? Ну, это мало. Десяточку. Это 10. Десяточку, согласен? Это ник, ёпты, все тебя будут называть именно так. В конце стрима чисто весь рукав забит. А прикинь, следующий задонатит 25, а говорит, теперь ник стирай и пиши мой. И там такая полоска, блядь, понял, такая перечеркнутая, блядь. И так до конца руки перечеркнуто, новый перечеркнуто. Блять, как я вспотел, пизда, нахуй. А Вова дурачок? Да. Да. Чё, блять, за что нахуй? За что меня, блять? Аламака. А кто не дурачок, блять? А кто не дурачок? Бабы не дуры. Это я, класс. Бля, справедливо. 7к моя последняя. Тихо, 7к последняя цена этого типа, блять. 7к. За ник. За 330к. Да. Да, вот здесь ник и тип 7000 донатит. Говно вопрос. Говно вопрос. Говно вопрос. Блядь, а меня не спросили. А какой ник, да, вопрос такой, если буква К вообще изи. Если убило, то нет, конечно. Там, по-моему, внучок бабули. Так, как будто какой-то школьник карандашом нарисовал. О-о-о-о-о. Так. Нормально, давай. Ебашим дальше. Дядь, это Керриген будет тебя. Керриген набьешь? Хуй знает, надо подумать. Так, короче, ребят, продаем места нахуй. Начальная цена 10 тысяч. Так, короче, тихо. Его ник Керриген 7к край, блядь. Вообще, типа, за семеру, блядь. Вообще согласен? Изи, блядь, бабки. Бля, да хуяс. Длинный, блядь. Да в смысле длинный, блядь? Потом два лазера и сведёшь, успокойся. Да куда лазеры дороже будут стоить? Не, ну типа за букву 2000, у него вот считай 7 букв, вот 14 тысяч нормально. Да нахуй ты цену в два раза поднял, вообще-то за букву? 7 тысяч, ебать, да ой, мало чего. Касай за букву, нормально. Супер, я согласна. Это знаешь, почему она согласна? Потому что сумка нужна новая. Но не сегодня точно, завтра, наверное. Да нет, давай сегодня. Бля, может ему предложить за семеру КБ сосать набить, а вообще, как вы думаете? Вова, ну смотри, КБ? Не, блядь, это дороже стоит, ты чё? О, ебать, да не, иди гуляй, блядь, такое не надо, говорят. КБ сосать это плохо. А прикинь, он поедет в Москву, блядь, такой, на пляжике разденется, и фанаты Спартака такой, это чё у тебя здесь такое? А, да красно-белые, блядь! Слушай, блядь, не подумал. Блядь, а ты не думаешь, если ты, блядь, присядешь, блядь, на места не столь отдалённые, блядь? Чё ты будешь говорить, что это такое, блядь, что ты знаешь? Бля, хороший. Контрабандисты сосать. Я скажу, что это новый воровской знак. И все тебе поверят, блядь, знаешь, так вроде. Ты же хотел бы все тоже забить. Этот рукав. Я много чего хотел себе забить. Я во-первых, не рукав хотел, а кисть. Ты хотел кисть, а потом рукав. Сначала надо до кисти дойти, бля, Вась. С пальцев начать можно. Можешь Вова набить себе вот здесь, короче, на кольце. На пальцах, и, блядь, Вова, нахуй. Реально, чел, на одной руке Влад, на второй Имир, блядь. И вот так такой берет Владимир, блядь. Вообще, я Владимир, а так для тебя просто Влад, блядь. Бля, чисто ампутация руки, блядь. Не будешь просто Влад. Вяч, покеш. Ой, блядь. Бля, ну чисто над маленькая какая-то на твоей руке, бля, это такое чисто пук. Ну, конечно, такая битка, блядь. А, какая битка, блядь, сиди нахуй сало ебаная. Ой, ебать, перепонку видно, блядь, ты смотри. Прекрасно, блядь. Это, чернила. Не-не-не, видно, блядь, это самое, понял. Это чисто целлюльник видно. Вячик, а ну прыгни на кровать, покажи, что там по габаритам она. Ну, бля, можешь встать? Встань на кровать, пожалуйста. Так, а зачем ты ее на кровать отправил? Ой, блядь. А что, мне чтобы габариты понять. Нихуя там реально двушка, блядь. Тогда. Ну, нормально, пускай... Все, пускай возвращается, блядь. Все, возвращайся. Ой, ты ж Лицкий. Да, охуенный. Бля, охуенный. Какой Лицкий, блядь? Да, он как пивасик. Это топ. Опа, ебать, стрим пизда завис, нахуй, реально. Короче, пообщайся пока с ними.
Малая, алло, подними наушники! Да я слышу тебя, Нари. Блять, как дела? Отлично. Как на учебе? Я не учусь, ты чё? Ну, татуировками занимаешься? Нет, нет, вот это третий, наверное. На Вячеславе или вообще? На Славе вторая. Саню, конечно, мы только что спросили, чисто вот так между собой мы спросили. Сказала, что надо за тебя замуж не особо хочет, чел. Правда? Он сказал, что не хочет замуж. Ну а что, думаешь, пиздеть будем? Пора заканчивать с ним общаться. В смысле? Так, а вот сейчас куколд подрубается, тихо. А ну-ка, слышь, скажи, что это такое, блядь? Почему заканчивать общаться, что за дела? Ты, блядь... Тихо. Чего? Пытается разрушить наш брак. Ебать! Вот это ты, мальчик, кукол, конечно, конкретный. Ой-ой-ой, Вячеславчик, ой-ой-ой, не ожидал. А, что-то болит. Бля, что-то больно, пизда. Бля, чел, вот это тебя жишка от вейпа конкретно сейчас капнули. Ну, Левочкой, блядь, чисто заморозился сейчас. Ребят, а я тупая или она закрашивает черным то, что должно быть белым? Покеш, тихо. Покажи, что там, Вяч, реально. Бля, серьезно, подожди. Скажи, у тебя есть краска телесного цвета, блядь, если чё? Да алё, долбоёб, покажи, блядь. Не, всё норм, всё норм. Всё, блядь, всё нормально. Блядь, вы чё, долбоёбы? Вяч, скажи, что ты сам, блядь, до этого дошёл, логотип. Меня, блядь, сейчас хуесосит, что я тебя нахуй под стволом, блядь, заставляю это делать, блядь. Не, пацаны, вы чё, рофлите, блядь? Я сам это предложил, даже пруфы есть, блядь, в ВК. А, Вячи глаза уводит, это и глаза уводит. Ты в камеру посмотри. Да, блядь. Вяч, проще, Вяч, в камеру смотри. Мне похуй, я в милицию звоню. Я че, хуя ты выдал, блядь? Кто-то ночью будет работать язычком? Чего, блядь? Вяч, покажи, как умеешь, Вяч. Я могу гайды сказать. Давай. Но не здесь. А как, а где? Ну, блядь, ну потом. Потом когда? Где гайды, блядь? Напиши. Да, есть вообще туториал лютый. Ты, блядь, скажи, ликер этот скачал на телефон, блядь. Окей, базар. А где, на Бонге покажешь, дядь, реально? А где? Включим, блядь, трансляцию и покажу. Ну, в смысле, просто так. Не, типа, не... Да, мы поняли, поняли, поняли. На банане, блядь. На банане? Погоди. Блядь, ты не путаешь? Погоди, на каком банане? Точно на банане, Вяч? Я тебя еще раз переспрошу, это точно твой друг? Да я уже запутался. Он уже запутался, кто это, блядь? Слышишь? Сука. Это точно класс был? Да. Что-то тебя поплыло, по-моему, ты пиздец. Сейчас еще бахнет. Нахуя напомнил ему, блядь? Да, из-за короче, я буду с ними общаться, и ты не помешаешь мне. Она говорит, не она не собиралась, да. Так а что она сказала, надо заканчивать тогда? Это шутка была. А, ебать, юмор женский. Она шутит с серьезным лицом и не поймет, что ли шутка это, то ли реально. Бля, Вяч, а можно мы нахуй сейчас отключимся, а потом, когда добьет, подключимся? Ты заебал уже. Тут осталась хуйня. Один этот остался, давай, прямоугольник. Ух, ебать, у меня сейчас свет мигнул, хорошо комп не вырубился. У тебя тоже мигнул? Да, только что. Я тоже мигнул. Поярче. Так а чё, давай, какой поярче делаю? Давай заканчивай уже, блядь, мы устали. Надо заканчивать уже. Так мы можем попозже закончить. Да никого не можем. Можем попозже закончить. Давай, показывай. Не, ну в целом... Нет, мы можем, ты можешь закончить, а мы тебя завтра уже там просто подправлю. Показывай письку. Сейчас, подожди. Последние штрихи. Всё? Я показал болт свой. Нет. Да вообще еще не все. Ну, он только болтик. Ну, всё. Болтик. Ну, тут подотри, блин, чтобы не было грязи. Да тут грязь. Дядь, если тебя потереть со стула, ты ж, блядь, пропадешь. Итак, финальная работа. Мы ждали этого. Мы ждали этого час, блядь, с хуем. Это вазелин? Блядь, чел, вазелин же в попу надо совать. Ну да. А чё она, блядь, спроси у неё, что за хуйня? А? Спроси у неё, почему вазелин она мажет, а я тоже в гасраке. Чтобы увлажнить. Хорошо, спроси, а дюрекс аквагель подойдет? А дюрекс подойдет? Нет. Фу, блядь. Показывай давай. Да, Вячик, ну ты говно, блядь. Вячик, ну и хуйня, реально. Какая-то хуйня, пиздец. Блядь, нет. Красиво, дядь, переделывать надо, пиздец. Красиво. Да не, перебивай, блядь. Красиво. Да нет. Чего? Да что, не подпёстывай? Ну нормально, нормально, нормально. Красиво. Не, подожди. Да вообще чётенько же. Ну?
Вообще, да, отдалить. Бля, знаешь, я тебе забыл предупредить, вот. Если по векторам этот логотип, короче, расписать, он кривой. Это так, на будущее тебе. Меня логотип кривой изначально на канале. По векторам, блядь. Вообще мега кривой. А он оригинал взял. Нормально, видишь? Спасибо. Нормально. Нам надо перерисовать. Да все, хорош дезморалить. Красиво вышло, нормально, охуенно. Для третьей работы неплохо. Ну так, естественно. На вторую руку надо. На вторую. Такой же. Че, Вяч, давай, кидай кивас, я тебе чисто сказал, что я тебе пятерик накину по приколу. У тебя есть мой киви. 51.18, правильно? Да. Дядь, чекай киви. На, купи малыхе покушать, блядь. Сумку, блядь. Какую сумку ты за 5000 купишь, блядь? Чисто боссуну какую-то, блядь, с рынка. Все видно? Да. Коллаба с Читосом. Алло, Читос, если вы меня слышите, блядь. Хочу татуировку свою так, пихать все. В коллабу. Хочу коллабу с Читосом. Понимаешь, но я хочу, чтобы в Читосе выпадали наклеечки.